количество людей у меня на участке на данный момент 1299 человек. Это 16 деревень. Вот, достаточно, ну, большая площадь, то есть 21 километр протяженностью моих владений. Рабочий день у меня начинается в 8 утра. Сюда я добираюсь, ну, соответственно, из Кополя на своей машине. Очень хорошо, что у нас есть Мария Михайловна, очень отзывчивая, очень добрый человек. Она всегда выслушает, послушает, сделает назначение. Первый раз, когда я сюда приехала, вот именно уже в должности заведующей, уже врача, это было, наверное, 7:30 утра, я приехала, у меня еще не было ключей от амбулатории, я сидела тут на лавочке есть. Я смотрела в течение получаса на эту амбулаторию, и главная эмоция, которая у меня была на тот момент, это «Господи, что происходит? Я же не могу!» Мария Михайловна очень хороший, добрый человек, очень хороший специалист, отзывчива. Всегда можно к ней обратиться по любому вопросу. Пациенты к ней относятся очень хорошо. У меня есть уже колоссальный опыт работы в максимально стрессовых ситуациях. Человеку стало плохо, его ко мне привезли в состоянии клинической смерти. И в течение, да, почти 40 минут я его здесь одна качала, одна дышала, медсестры там устанавливали капельницы, все делали, что я им говорила. Все, я вбежала, и я уже вижу, что вот человек уже вот прям, ну вот он посинел уже на тот момент. И в течение 40 минут мы его пытались реанимировать, но вот ты делаешь все, что от тебя возможно. Ты сделал и ты провел все, что ты мог провести, и что вот от тебя требовалось, и ни у кого к тебе нету претензий. И ты ничего не можешь сделать. И вот это вот выбивает из колеи, это очень сильно заставляет задуматься о том, стоит ли вот это, стоит ли оставаться в этой профессии. Это моя ласточка, собственно, да, я, кстати, ее так и называю. И на ней я вот каждый день езжу на работу, и периодически на какие-то вызова тоже я на ней езжу. Так вот, по октябрь 16 года я ездила не на машине, у меня не было на тот момент машины. Я ездила, ну, попутками. Мы сейчас находимся в доме совместного проживания, который находится на территории нашего агрогородка. Сюда я приезжаю, ну, у меня есть плановые осмотры, есть по необходимости, то есть вызовы. Ну, в общем, это вот моя квартира, здесь я живу. Это моя квартира полностью собственная, вот. Поэтому, ну, она маленькая такая, но уютная, на одного человека прям более чем достаточно. Это моя бас-гитара, я ее купила на 3-м курсе в университете. Под меня ее подстраивали, то есть она у меня на 0,5 октавы выше, чем все остальные бас-гитары. Ну, в общем, иногда играю, но очень редко и на людях не играю никогда вообще. Наверное, самое ценное, что у меня есть в коллекции вот наград моих, самое ценное вот это... вещь. Мария Михайловна, огромное спасибо и низкий вам поклон за спасение жизни моему мужу. Вы оказались в нужном месте очень оперативно и квалифицированно оказали ему помощь. Наверное, ради вот таких моментов и вот ради вот такого небольшого, в общем-то, ничего не значащего клочка бумажки я стала врачом. Я все еще этим занимаюсь, я все еще болею этим, и я это очень люблю. И я для этого сюда приехала, и для этого я, в общем-то, и работаю.